Здравствуйте, мои позитивно настроенные зрители. С вами Юрич. Ну, можно сказать, и уже не Юрич, да, потому что профиль моей деятельности сместился от музыки к немножко другим областям, связанным с сельским хозяйством, связанным с магией, в общем, с астрологией и так далее. Еще раз хочу сказать, что в Москве лежат уже месяц, уже больше даже месяц и неделю нормализаторы НЛО, ну то есть практически 5 полных недель. И за это время ни один человек, ни один москвич не заявил желания послушать в системе. Ну то есть просто говорит о кризисе в головах, о кризисе вообще в России как бы, о кризисе мировоззрения, о кризисе у людей, свихнувшихся просто на деньгах, на чистогане, на... Ну, в общем, на примитивщине. А мы тем временем идем дальше. Мы занимаемся вот уже технологией, которая дает жизнь, дает возможность путем встраивания в природу вживую, то есть путем обретения тех связей, которые были отрезаны у нас, путем, значит, отрезаны каким способом? Ну, разным. Начиная от религиозного этого говненного эгрегора рыбьего, гнусного, который мимикрировал, где-то он мимикрировал мусульманский, где-то христианский, где-то еще какой-то. То есть, кончая образованием, которое, как сейчас все знают, что существовали специальные группы в академических кругах, да, в определенных, которые обязаны были раз в неделю зайти на форум аспиранты группы какой-нибудь и обосрать там альтернативную энергетику, альтернативную физику, ну, все альтернативное. И за это получали бабки и так далее. То есть это как бы условие обязательной работы и защиты вот в этих системах было. Поэтому мы на них кладем с прибором, кладем большой, как говорится, который у нас харизматичный есть такой прибор. Харизмы хватает. И занимаемся жизнью. Простите, а можно узнать, кто вы по гороскопу? Можно. Козерог. Козерог? Да.